от работы, от небрежной, встала плитка на манежной, говорит: опять кладите, да шабашникам платите. А не лучше ли вместо того, чтобы 100 раз платить любителям легкого рубля и прохладной работы, раз и навсегда оплатить работу хороших, незаезжих мастеров? И делу, так говорится, шабаш. Никакого нету сладу, плитка пляшет до упаду. Сам проверил, сам видал, 8 раз вчера упал. И действительно, дорогие друзья, я провожу каждый месяц здесь в Кремлевском, в дипломатическом зале государства Кремлевского дворца концерты, и часто вхожу пешком вот от метро Площадь Революции сюда, вот по этой самой плитке. И действительно, много раз был свидетелем того, как многие люди просто падали, так сказать, от некачественного положение этой плитки. И вот как мне прислал сегодня утром, буквально откликнулся на мой зов, так сказать, мой соавтор Валерий Михайлович Калинкин, написал так: говорят, смеха боится даже тот, кто ничего не боится. Наша цель не испугать, а мобилизовать. И говорю нашим московским дорожникам: это все-таки столица, не таежный Усть-Илим. Коль халтура повторится, мы поэму сочиним. Вот так.